Приветствую. Вы на канале Хелен Вайс, и это Атлантика Океаник. В этом видео мы поговорим о новых ивентах. Первый ивент – это особняк Фауста. Второй – сад Дриады. И Forgotten Realm – третий. Во все эти ивенты можно попасть по кнопке в меню слева. Так, первый ивент – особняк Фауста. Здесь можно взять три ключа для входа в ивент. Каждый день он обновляется. Ключ берется за Океаник Gold Coin. Далее можно взять призыв наемника Рива Фауста, она же некромант, и книги на нее. Далее идет сетовая бижа, блестящая и священная. Она подходит только для наемников. Для книги коллекции она не нужна. На второй странице можно взять купон смены класса с обычного на атлантов и обратно. И купон смены класса для Белисы. На второй вкладке идут костюмы рарные и обычные. Они не сетовые, не коллекционные, просто комплекты. Два меча с обилками и скин на Риву. Юзаем билет. Каждый билет на 45 минут. Здесь мобы автоуровень. Вот эти синие дракончики – это антиботы. На них не надо нападать. Здесь можно встать на автобой. А монстры будут сами нападать. Если пройти чуть дальше по этажу, то будет вход на второй этаж. Там немного другие монстры, они тоже агрятся. Но разница в том, что на первом этаже с монстров выпадают ключи в ивент, а на втором этаже ключи на вход в ивент не выпадают. Ну, на втором этаже мне ключи в ивент не выпадали, а на первом этаже говорят, что выпадают. Особенность этого ивента в том, что с этих мобов выпадают ресурсы для крафта оружки апокалипсиса. Так, далее следующий ивент – сад Дриады. НПС находится рядом со входом в ивент. Ключи также можно взять у НПС за Океаник Gold. На первой вкладке можно взять призыв Дриады, это класс плеть, и книги на нее. На третьей вкладке можно взять копья. Эти копья надо собирать, потому что они нужны для книги коллекции. Они дают бонус коллекции. Ну и также их можно заточить и поставить на какого-нибудь копейщика. В отличие от ивента Фаусты, монстры в Дриаде не агрятся, поэтому придется нападать ручками. Здесь просто фармим клевер с мобов и потом обмениваем у НПС. Также выпадает руда Атласа как в Фаусте, так и в Дриаде поштучно и ларцы.
с рудой атласа.